Всем привет, с вами команда Car Today. Сегодня я вам хочу рассказать про комбинезон от компании Fox. Он сделан из очень плотного материала, имеет мембрану 10К, два широких кармана по бокам, два кармана внутри, флисовая прокладка, чтобы было удобно и мягко, молнии непромокаемые. На пояснице имеется регулировочная резинка, на ногах имеется регулировка в самом низу на липучке и также непромокаемая молния по бокам. Но самое интересное у этих штанов то, что вот здесь в коленной части вшиты вот такие очень твердые с наполнителем элемент. Он очень удобен. Вот сейчас мы поймали рыбу. Неважно, у вас земля или там мастушка мокрая, можно смело вот так становиться. Коленям при этом очень мягко. Если там дождь или грязь на берегу, это тоже очень удобно. Потому что фотографироваться, когда вы стоите на коленях, это фотография получается обычно лучше всего. Костюм абсолютно непроницаемый, можно прям полить. Мы этот костюм использовали практически на все сейчас рыболовные сессии в Чернице. Сейчас у нас ранняя весна, май. Очень холодно. Вот, очень холодно. И когда в завод завозили, там сильный ветер был. В нем, в общем-то, как в танке, очень тепло и комфортно. И вот так вот мы на коленях стоим. И можем сфотографироваться с рыбой. С вами была команда Car Today. Отдыхайте на рыбалке с комфортом. Подписывайтесь на наш канал. Всем привет!